Сеул сожалеет из-за отказа КНДР от переговоров. Встреча Сеула и Пхеньяна на министерском уровне была намечена на 16 мая в пограничном пункте переговоров Тханмунджом. Южная Корея выразила сожаление в связи с неожиданным отказом КНДР от проведения в среду переговоров на министерском уровне из-за американо-южнокорейских военных учений, сообщает Янхэп. Прискорбно, что Север в одностороннем порядке отменил межкорейские переговоры на высоком уровне, сославшись на ежегодные учения Южной Кореи и США. Это не соответствует духу и цели соглашений, достигнутых между лидерами двух стран, говорится в сообщении Министерства по делам национального объединения. Помимо этого, южнокорейское ведомство призвало Пхеньян вернуться к переговорам как можно скорее ради мира и процветания на Корейском полуострове. Напомним, КНДР отменила встречу на высоком уровне с Южной Кореей, которая должна была пройти в среду, 16 мая. Также северокорейские власти пригрозили отменить совместный саммит США. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.